Ребят, это пятая ночь, финальная ночь Фредди. Сейчас ее пройду с первого раза. Это я твою мать ебал. Это я так говорил. Такс. А скажи, тоже светло? Такс, ну короче, здесь еще быстрее заряд тратится, да, я так понимаю? Фредди, ребята, мне искать надо? Или мне уже не надо искать Фредди? Я просто... Вы считаете смех, и когда вы считаете смех, я закрываю дверь, чтобы не тратить время в камере на него. Я так понимаю, Фредди на кухне, да, сейчас? Это первый снимок был, да, сейчас? Второй уже был? Или третий? Так, Фокси вылез потихоньку. Это какой уже смех? Так, вот он, Фредди. Фредди пропал. Так, 2М. Четвертый смех. Ебать, здорово. Кричит нахуй. Просто типа... Блять. Ультрапон. Сейчас еще один трай. Да бля, я не знаю, но сейчас не повезло просто, как я проебал. Ладно, первый блин комом. Ладно, типа, кто еще проходил с этой хуйней? Че с вебкой было? Ну, когда пиксели на экране, вебка начинает охуевать немножко. Блин, то есть после четырех смехов мы должны всегда закрывать дверь. И надолго ее закрывать или как? Чел уже радостный, смотри, стоит. Быстро он.
Главное, чтобы он дохуя раз не бегал, и тогда мы пройдем в целом. Я не понял, как я зайца проебал. Так, ну это раз менее уверенно идем, уже 85%, еще даже 1 АМ нету. А вот и 1 АМ. Второй смешок. Давай, блядь! Шеф Сила, спасибо, ребят, за поддержку. Третий? Четвертый. Когда дверь открывать? Какой же гандон конченый, ты прикинь? Опять этот заяц ебливый. На двух часах. Как он это делает? Сука. Я обоссался. Сейчас. Резко, су. Алло. Все. Нормал. Настолько крутое, что я пока суф на сам играется, поняли? Первый смех. Так, Фредди здесь. Руки мыл. Да нахуя мне руки мыть? Я не трогаю, писю. Опа, здорово. А как? А вам все скажи, бля. Два. Да какое вранье, бля. Хард, что ли, поставил? В смысле, какой хард? Смотри, я сейчас пройду, бля, ребят, если я сейчас не пройду, я в натуре, я лох. Смотри. Отец этой игры. S-Club в чате. S-Club в чате. S-Club в чате. Лучше в мире заработаете. Спасибо, спасибо всем, ребят. Спасибо всем, ребят. Что происходит? Нихуя! А ну клюв убери! Ебать, чуваки! Ну, new game. Такс. Ну, вторая часть. Я первый в жизни играю.
Так. Свет. Свет. Control фонарик. Hello and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. Что за хуйня? I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here and to help you get started down this new and exciting career path. Now, I want you to forget anything you may have heard about the old location, you know. Some people still have a somewhat negative impression of the company. That old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but это Фредди. А, стоп, you, вот они все в этот раз, да? All, это что за лиса? Это только на моем взгляде, хуй не кладешь, я не понимаю, что это. Не, не, тебе кажется. Тут надо шкатулку. Да хватит пиздеть, чел, да мне бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Достал. Кинк. You're only the second guard to work at that location. The first guy finished his week, but complained about conditions. Так, ребят, я не понимаю, что к чему здесь. Есть какая-то маска? Есть фонарик на Control. Прикинь? Как он долго пиздел. Надо шкатулка следить, говорят. Какая шкатулка? А где она? А, зажми. Что это такое? Заводить надо? Нахуя? But hey, you have lights, and even though your flashlight can run out of power, the building cannot. So don't worry about the place going dark. Well, I think that's it. You should be. В камерах тоже можно фонариком светить. Check the lights, put on the Freddy head if you need to. Keep the music box wound up. Piece of cake. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. Ты, а нахуя мне в камерах фонариком светить, брат? Ого. А что за? А, это части. А что будет, если шкатулка разрядится? Чё он так быстро? А это от чего? Спасибо за молчаливых 103 рублей. Что делать? Иди нахуй! Да иди нахуй! Ребята, она не уходит. У меня сейчас...
блядь! Что за пугал? Бля! Что сейчас делать? Я не могу чат читать. Оп-оп-оп-оп-оп. Сейчас я закончу на... Иди нахуй! Я выиграл? Смотри, стоит. И это стоит. Ребят. Правильно? Такс, что здесь сделать надо? Для чего эта маска? Что здесь вместо дверей? Что за бред? Короче, тебе надо одевать маску при приходе всех, кроме Фокси. На него надо будет сидеть и уходить в камеры. Что надо заводить шкатулу, что мне везло? Так, стой. Если я вижу вот здесь, вот в этой камере фигню какую-то, заяц лезет, мне что делать с этим? Если он не здесь, когда мне маску надевать? Заранее. Когда он же здесь выглядывать будет, правильно? Фокси, где? Эти все здесь. Откройте чат, пожалуйста. Ансабы, запомните, пожалуйста, не надо копировать длинные сообщения, потому что вас кидает в мудбот, который на Твиче есть. Вот. Чтобы кидать длинные сообщения, надо подписаться. Но не стоит этого делать пока что. Но можете подписаться, если хотите. Шкатулку я забочусь о ней, ребят. Я самый заботливый шкатулка, вот. Бля, у меня еще зарядка есть. А как его заряжать? Вентилятор. Ай, ай, коленка зачесалась. Мишка Фредди, я чесал тебе усы. Чика-чика, я не лез тебе в трусы. Бонни-бонни. Ты запомни, ты ушастый долбоёб. Мишка Фредди насувал тебе в рот. Чика-чика, я не лез тебе в трусы. Бонни-бонни. Я ушастый обоссы. Мишка Фредди, я не срал тебе на рот. Ну а Бонни, ну а Фокси просто полный идиот. Ебать, гимн этого Фортнайта. Твой, блядь. Этого.
О, ты, я, так, свечу на него, да? Иди нахуй, рыжий. Надо петь гимн. Мишка Фредди, я не срал тебе народ. Бонни-бонни, ты ушастый долбоёб. Чика-чика, я не лез тебе в трусы. Ну а Фокси, ты ебаный сын тупейшей колбасы. Мерцай. И отворачиваться еще. Все, 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 пиздец, ребят. Что происходит? А, все нормально. Блять, как стрёмно. Ребят, фонарик не работает. Такс. Это что такое? Его в глаза трахали. Спасибо, спасибо. Блять. Я один, вас два. Давай, бля. О, по одному. Так, померцал, померцал. Шкатулка. Все. Бля, да я хорош. Да хоть три, бля. Извините. Я в... Что-то в домике. Как же он хорош. Мишка Фредди, я не срал тебе народ. Фокси, слушай, ты же полный долбоёб. Чика-чика. Мишка, я... В домике? Бля, ребят. Вот так сделал. Все, бац, бац, пошел зарядил. Нет, заряди, заряди. Держись. Не работает. Зарядить. Раз, раз, раз. Шапки нету. Хай. Что? Так, посел шапки. Оп, оп, оп. Зарядить. Налезь! Оп-оп-оп! Оп-оп! Ты шапку дай, отдайте шапку! Шеф, чемпион! Пиздец! Вы чё, прикалываетесь? А почему? А что это за залупа белая? Была вот это... Фокси с белой шерстью. Как его контрить? Мангал? На нем шашлыки ходить можно? И что с ним делать?
Когда вылезет аниматроник Магла, она так же, как и Фокси, светить. Слышите? Прочитай сообщение, там что-то важное. Где? Какое сообщение? Привет, Ваня, если не слышу тебя, пламенный привет, Бариат и Таиси. Бариат и Таиси, пламенный привет. Мангл, как и... Ага. Я написал ей. Ваня, можешь, пожалуйста, прекращать ссылку? Ребят, вы меня отвлекали, я... Все. Так, померсал. Оп, зарядил шкатулку. Раз. Опа! Заряди. Раз. Мангл похожа на Фокси, но у нее светить надо, наоборот, одевать маску. А? Мангл — это жена Фокси? Погоди, Фокси — это была не она? Это оно, это... Ребята, а тут они какие-то страшные стали. Заметили? Опа, ушел. Ха-ха, балбес. Рыжий. Иди нахуй. Одичали. Мангал — это девушка Фокси? Так погоди, это парень не? А погоди. А почему дети? А, и ты? Эти долбоебы повыходили. Поняли? Это старые повыходили, ребята. Так. Я свечу на него. Фокси. Опа, ушел уже, да? Смотри, встал стоять. Раз. Было. Мигаю. Эть. Я тебя догоню, лох.
А ну иди сюда. Я залезу в подарок. Все, я сдох. Блин, реально сдох. FNAF 2 крутой, но он такой напряженный, ребят. Больше всякой фигни, чем в первом.